мистер Стакейца, give you Господин Стакейца, прокомментируйте игру. I think that we were totally superior to the other team. Я считаю, что мы полностью превзошли нашего соперника. И я очень этому рад. Но я немного обеспокоен следующим. У них был один момент, и они забили гол. У нас обычно очень много моментов, но мы их не реализуем. Это очень плохо. Мы играем хорошо, но с трудом забиваем. Это невероятно. Я думаю, что причина этому – отношение. Я говорю игрокам, когда вы выходите один на один, не удовлетворяйтесь этим. Играйте до полной победы. Когда вы выходите два в одного, я говорю им, не радуйтесь этому, а доведите дело до конца. Это тактика. Нужно продолжать и стараться больше забивать. В любом случае, я спокоен. Я знаю, на что способна моя команда. Нам нужно еще 2-3 хороших игрока, и мы можем сделать очень много. Каковы ощущения после первой победы на сборах? Для меня это не так важно. Для меня гораздо важнее, как мы играем. В основном плохой отрезок в игре у нас пришелся на Лудогорец, но большую часть игры с ними мы провели хорошо. Это мое мнение. Посмотрите, мы хорошо играем против российских, болгарских, датских команд. Мы ведь не знаем, что ожидает нас летом. Мы можем встретиться с командой из этих регионов, и мы должны быть к этому готовы. Okay, thank you. You're welcome.